Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами снова же я, Климик, и добро пожаловать на мой канал. Перед началом этого видео поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, ну и приятного просмотра. Итак, сегодня сейчас 8:50. Маленько не кушает. Да, Маленько? Села кушать. Что у нас кашка опять, да? Надо кушать и пойдем на пляж. Ух, ребятушки, здрасте. Мы уже на пляже купались. Вот. Мы сделали хороший сотрудник. Прикольно? Заметите сразу, что тени куча. Ну, долго. Я уже накупалась. Меня намазали. И что лицо горит. Ну, короче, сейчас пойду, наверное, полежу. И минут через 10-15 пойду еще купаться. А мы встретимся с вами на обеде. Ой, ребят. Фух. Я уже искупалась. Я уже лежу тут с игрушками своими. Ваня, здрасте. Ой, вообще кайф. Когда помоешь, обычно вообще вот так. А, вот, я маме уже помогла сделать обед нам. Так что сейчас мы идем кушать и встретимся с вами уже на пляже. Ну, посмотрим. Возможно, я вам еще улицу покажу, если мы пойдем погуляем. Ну, посмотрим. Там, знаете, короче, эти же сувениры продаются. Я там увидела, знаете, кого? Пикачу, Пикачу, Пикачу. Он вот такой вот маленький. Ну как маленький, наверное, достаточно большой, не скажу. А короче, он прикольный такой. Стоит 400 рублей, очень дорого. Но еще я самое главное, самое классное видела. Правда, это уже купили, к сожалению. Но может там вот другое есть. Майки черные с Джокером и с отрядом самоубийц. Боже, это такая красивая кофта, майка, не знаю, черная. И вот Джокер сам вот так вот он рукой вот так открывается, потом у него что-то татуировка с бами или с чем у него там. Вот, вообще красиво так, я очень хочу эту футболку, но ее купили, уже разобрали. Стоит она, знаете, сколько? 700 рублей. Охренеть вообще. Извините меня за такое выражение, конечно, но дорого. Одна майка, понимаете, 700 рублей стоит. Ну, я, конечно, понимаю, то, что там это сам материал такой дорогой, будет, можно сказать, но не 700 рублей, хотя бы 400, это максимум. Ну, ладно, там еще с Харли Квин есть, там с Волком, боже, там такие красивые футболки, майки. Я, короче, упрошу маму купить мне Пикачу и одну майку какую-нибудь красивую. Ладно, все, я пошла жрать, потому что я очень хочу его кушать. Я голодная, все, до свидания. А как? Ой, ребят, пришли меня пляж, один раз мы закупались, все. Холодно, ветер поднялся. Слегка, наверное, тогда не слышно, ну ладно. Так что мы сейчас собираемся и идем домой. Сейчас уже 6 часов. Вообще ничего, наверное, не слышно, ветер сильный. О, вот, поезд. Пожалуй, пляж прямо около железной дороги. Все, мы пошли домой. Ой, Майк. Мы пошли домой, все, до свидания. Ох, ребятушки, так, я иду кушать. Вообще красивый ресторан. Сейчас покушаю и потом с вами еще поговорим чуть-чуть. А то мне скучно. Ладно, давайте. Здрасте, все. Темно, меня не видно. О, все. Мы идем гулять. Вечер, правда, наверное, не видно вообще. Ну, ладно. Сейчас идем с молоком. И потом пойдем прогуляемся. Так, что покупать будем? Так, молоко, молоко, молоко. Господи, только говори.
Мам, подписчикам привет передай. Привет! Так, подписчики вы мои, огонечки. Блин, никто еще видео монтировать, сейчас уже 21:00, блин. Пес идет, я чуть-чуть его, кстати, сегодня смотрела. Завтра тоже его посмотрю. А в пятницу? В пятницу папа будет смотреть свой дебильный футбол, надоело. Ну, в принципе, я тоже футбол люблю. Потому что у нас дома только футбол включается. Папика нет, мам. Ну, что? Тут вообще дорого все. Шашлык вот 100 грамм стоит 120 рублей вообще. Нормальные люди, скажите, пожалуйста. Мам, нормальные люди, 100 грамм это 120 рублей шашлыка. Офигеть. А чё, и творог закрыли? Еще один ненормальный поехал. Супер. Ладно, ждем папу. Папик пришел. Идем. Да. На канал снимаем. На канал снимаем. Ладно, мы пошли. Погуляем. Я вас всех очень люблю. Всем пока-пока.